Так, друзья, всем привет. Вот мы уже на месте сбора. И вы можете увидеть, сколько людей сейчас с помощью ручкой. С дитклаба приехали. Леха, иди сюда. Чтоб мы здесь все были. За нами вы видите всех желающих. Это все партнеры. Да, которые приехали посмотреть на то, что здесь происходит. You know company Beat Club Network? Yes. Yes. And where are you from? California, USA. Germany, Austria, Denmark. Beat Club Network? Greece. Yes. Oh, Russia. Ukraine. Germany. Ukraine. And where are you from? Russia. Russia. Мы тоже сразу. Из России. Отлично. I'm from Los Angeles. I'm from San Francisco, California. San Francisco. Beat Club Network? Born in New Mexico. Albuquerque, New Mexico. Excuse me, where are you from? Japan! Друзья, приехали наш автобус. Ну что, поехали на фермы. Видите, такие вот ангары. И здесь очень холодно, постоянно дует ветер. Хорошее охлаждение природы. Да, и охлаждать ничего не надо, само все охлаждается. Мужик Сони! Майнинговая фирма. Ангары, да? Смотрите, как мы въезжаем. Полная секретность. Ворота. Авторизит access only. Строго. Обратите внимание на ворота такие. Шипованные прямо штуки, чтобы никто не перескочил. Им все очень серьезно, да? But as soon as you get inside, no cameras and no cell phones. Команда Be Happy добралась до майнинговых ферм в Исландии, и масштабы просто поражают. Смотрите, крепко защищенные двери, обратите внимание на толщину прута. То есть это не какая-то имитация, да? И сейчас вы увидите то количество людей, которые приехали сюда посмотреть на майнинговые фермы, проверить, пощупать их полностью, делятся впечатлениями, да? Вот, с разных стран мира, конечно же, люди здесь собрались. Йоши, очень известная личность, да? Hello! Очень известная личность, мы у него еще возьмем интервью. Разбирают майнеры, последние майнеры забирают. Hello, Ra. Hello. Where are you from? Korea. Thank you.
ребята, мы уже возвращаемся с фермы. Давайте поделимся впечатлениями, На самом деле я небольшой в этом профессионал, да, с нами сидит вот человек, который занимается майнингом очень давно, но со своих слов могу сказать, что все сделано очень профессионально. Зашли там такая ну, жара, тепло, то есть это все настолько нагревается. Огромные ангары, оборудование явно профессиональное, да, очень круто все собрано. Но на самом деле я действительно безумно рад, потому что это увидел все вживую, пощупал, понюхал. Я понял, что мы находимся в реальном секторе, в реальном бизнесе, в реальном майнинге. И я уверен, что нас ждет очень классное, хорошее будущее. Саша, твои впечатления? Все прошло офигенно от того, что нас записывали. То есть меня удивляли каждые шаги, то, что мы попадали по записи. Профессиональная охрана, проверка документов, то, как нас сопровождали, не давали снимать. То есть при этом мы все увидели, прочувствовали на своем ходу, несмотря на то, что мы сняли. Четочек, да? Четочек, да. Мы увидели массу людей, которые этим интересуются. Я вижу, что биткоин и битва просто захватывают мир. Поэтому я не знаю, на чем тут еще можно думать, нужно просто делать, действовать, все. Степа, а ты как профессиональный майнер, ты можешь сказать свои впечатления? Реально круто, реально. На таком уровне сделать ферму, это, ну, не просто как бы там, нашли какое-то помещение, которое уже там разваливается, подвешено, подбили там немного киловатт, что там на соплях держало. Сделано все на очень высоком уровне, все красиво, не просто профессионально, красиво даже выглядит, да? То есть охлаждение полностью, как бы проводка самого помещения, подход к работе, ну, реально, на высочайшем уровне. Мне очень понравилось, как бы я в другую компанию готов инвестировать там практически любые деньги, которые у меня есть. Хочется сказать, знаете, мы как агенты 007 проверили секретность этого объекта, вот погрузились в него в глубину. Я посмотрел даже какой толщины железа, какой толщины металла. Знаете, это не муляж, это реальный объект. И такое впечатление, что он очень секретный. Едем мы на источники сейчас. Вот, впечатление, конечно, бомба. Вот. И хочется сказать, что BitClub'у 2.5 года, и мне кажется, что это всего лишь начало. Сейчас покажем. Взяли такое, знаете, обычно магнитики на этот берут на холодильник, взяли такую штуку. На самом деле, вот такие вот штуки добывают криптовалюту, называется ASIC. Как я уже узнал, модное слово. Вот. При выходе нам дали с фермы такую вот безделушку. Ну что я могу сказать, ребят, можно оставаться в стороне, можно действовать. Решать вам, выбор за вами. Спасибо.